Первая находка по заходу в лес – это яичные грибы. Одно, второе, третье, четвертое маленькое стадийство. Ну, с почином. Ура, и мне повезло, смотрите, раз, два, три. Царские. Ура! И смотрите, вот рядом с этой кучкой одно проклевывается, и второе. Этих малышей оставим пока подрастать. Хотя вот это вот можно взять, дома поставить водичку, оно еще проклюнется. Всем привет! Мы снова в лесу. Мы сегодня продолжаем сбор яичных грибов. Тихая охота продолжается. Сезон открыт. Горит, и надо идти собирать, пока есть грибы. Охотимся сегодня также в Дубраве, в том же лесу. Ближайший наш лес мы сегодня с Надюшкой вместе покоряем, бороздим наши просторы ближнего леса. Грибы есть, и это хорошо. Пойдемте с нами гулять. Да, красивенький император. Молоденький, хороший. Ну, птички или кто? Загрюшки ели, наверное. А тут еще один. Это маховички или обабки? Это бабабки, наверное, скажите. Ну, здорово. Классный второй. Тоже хороший. Все. Ой, тут еще и маленький лезет. Посмотрите, какая прелесть. Маленькие оставим, эти заберем. Вот такие вот красавчики. Яички. Этот, конечно, самый козырный. Красавец. Яичко испорченное. Ну, красавец, конечно. Огромный, красивый, великолепный. А здесь какая полянка, смотрите, меня поджидает. Один раскрытый, второй, третий, четвертый и пятый. И это еще не конец, потому что вот здесь вот рядышком еще два яичных грибочка. Вот такие вот сегодня у нас с утра пораньше поляны. Замечательные. Шикарен, шикарен во всей красе. Обалденные яички. Я просто в райском восторге. Бомба. Просто класс. Обалденные. Ну и эти, конечно же, тоже пойдут со мной. Ух, сколько миска царского. Вот еще полянка, смотрите, как мне повезло. Одно и два. Два и одно. Замечательно, как я рада. Сегодня у нас яичная охота, как я и хотела. Красивая, раскрытая. Вот вкусная. Деликатес. Эти прям лопушки, лопушки. Давайте попробуем их срезать. Вольва белая нам все равно не нужна. Она обрезается, убирается. А вот такие вот дружки нам нужны. Красота! А Надя прошла еще одно яйцо. Ха-ха. Семейками растут. По 5, по 6 штук. Просто разбредаются почему-то. Метров на 5, на 6. Что я нашла, вы сейчас умрете. Вы когда-нибудь видели вот такое вот? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13 и 14. 14 грибов полукругом. И это все царские, яичные. У меня сегодня чисто на царские, но я так и хотела. Императоров я уже замариновала, мне уже хватит. Пусть их Надя собирает. А я буду собирать сегодня вот эти грибы. Косим, косим, косим. Ура! Ну вот, полчаса как в лесу, а мне уже в корзиночке. Нормально. А вижу еще одно яичко издалека. И не одно, а два. А вы это видите? Идемте вместе со мной. Да какое крупное, как большой-большой помидорчик. Ой, шик. И второе, маленькое. Не одно, огляделась. Вон еще... Третье. Плохо видно. Ну вот оно. Это тоже. Оно. Поздравляю, Надюшки, сегодня императоры. Так, у нас тут гости ходят. Какая-то бабуля с ведром чапает. Конкуренция растет, ребята. Поэтому потихонечку собираем. Идем дальше. Грибочки собирать. Смотрите, кто-то резал. Буквально вчера обрезал яичный гриб здесь. И на следующий день еще одно яичко появилось. Вот так вот они растут быстренько. За ночь. Ну, здесь уже, конечно, яички постарше. Наверное, вчерашние, я думаю. Но, тем не менее, они не пропавшие. Не вонючие. Нормально, иначе отнесло за километр бы, конечно, селедкой, как по мне. Не знаю, как кому, не селедкой они воняют, если они уже подгнивают. А так нормально, хорошие. Хорошо, мне нравится. Молодцы. Вот мой первый император за час прогулки. Первый, видите, уже как-то слой что-то обходит стороной. Непродолжительный был. Ох, как сидит крепко. Ну, ой-ой-ой. Слушай, ну придется тебя, дружок, подрезать, потому что тебя просто не достать. Что?
что такое, что там зацепилось-то. Ну, хороший, чистый, красивый. Нет, ну вы посмотрите, какие поляны нашла Надя. Нет, вы посмотрите, какая красота. Ровно под этой веточкой, как я позавчера собирала, вон мои срезы, три среза. Рядом еще два, вот позавчера, смотрите. Здесь раз, два еще, три, четыре, пять, шесть и огромный седьмой. Класс. Красавчики. Шикарные. Шикарные грибочки. Да, аккуратненько. Шикарный, большой. Шикарно. Да, класс. Трудовые. Операторы уже подсыхают, отходят потихонечку. Еще один здоровичок, боровичок. Ну, этот хороший, чистый, нормальный. Классно. Размерчики. Крепкий такой, вообще шикарный просто. Обалденный. Надя тоже нашла один такой крупничок прям, но тоже неплохой. И вот идем. О-хо-хо. Так, вот вижу малыша, пропустила или нашла? Нет, вот, пропустила. Вот, вот маленький. А вот еще один. Покажи, покажи. Вот раз, а вон два. Загорелый. Классный. Вон второй. В кустах. Наверняка здесь еще не все. А этот какой, ну красивый. Прям красивый. Классный. Это императорский. Необычная расцветка у него такая. Идем дальше. Это ж еще не конец. Там прямо ну да, я их тоже издалека вон там увидела. Где-то тут. Где-то тут. Вот они. Вот они. Идем. Камера трясется, уж простите, в руках держу. Вот они. Один. И второй. Супер. Все выше, грибочки трудовые. Все меньше и меньше их. Смотрите, какие помидорчики прям стоят красивые. Я их нашла. А это называется «Никто меня не нашел, но я еще свежий и вкусный». Такой вот императорский. Ну что ж, забираем, конечно же. Уже некуда класть, но берем. Ходим. Время 9 час уже. А может еще 8, не знаю. Но уже в корзиночках хорошо. Хотела не брать императоры, но такие были красивые, пришлось взять. Пока ходим, лазим еще, может, что-то еще встретим. Дай бог, конечно, яичных еще найти, чтобы корзиночку полненькую сделать. Тут обабок попался, чернеющий хороший грибочек. Чистый попался. Отдам его Наде, я их не беру, обабки. Нашла что-нибудь еще? А? Нашла что-нибудь еще? Ничего. Ничего. Ага. Понятно. Нашла еще местечко. Тут два императора. Молоденьких, прям хороших. Чуть-чуть погрыженных, но чистых. Нормально. Сейчас попробуем срезать. Эта вот нога нам корявая, конечно же, не нужна. Но чистый. Можно взять. Вот второе. Тут еще, оказывается, чуть дальше. Вон там вот. Третий. Вот видите, тоже семейками они растут. Такая вот группа императоров малышей. Чистенький, хороший вроде.
Да, смотрите. Свежак. Фантастика. Вот этот прям вообще красивый такой. Мне прям нравится. Так этот вот червяки в них ножку любят кушать. Отнесла в корзинку, поворачиваясь, иду за вторым, а тут под ногами раз. Еще один маленький малышок. Тоже чистенький красавец. Это я четвертый, да. Розовенький, да. Четвертый, а там Надя еще идет. Там еще два нашла. Получается полянка. Дорожка из шести императоров. Они такие тут молоденькие, прям красота. Там были жирнючие, а здесь все чистые, с желтой губочкой. Красивенькие. Шикардосик. Серо-розовый мухомор уже не в кондиции. Уже он высушенный. Червячки его едят. Поспевает кизил. Не густо его, конечно. Но нарвать на компотик можно. Нарвем сейчас. Это тоже грузди. Дубовые. Зональные. Мы их не берем, потому что тоже их вымачивать надо, они горчат. По большей части они червивые всегда. Хотя, может, и чистые. Надо посмотреть. Да, чистые. Ну, да ладно, мы их не берем. Время 10 часов. Мы завершаем свой утренний поход. Погуляли недолго, но очень продуктивно. И императоры, и яичные. А бабки, даже сыроежка сегодня зеленоватая встречалась, чистая, начинается, видимо. Так что мы сегодня очень довольны. Продолжаем охоту на императора Цезарь.